На сегодняшний момент процедура тревает, но в связи с тем, что один участник отклонен, идет время на возможность обжалования этого процесса для него. Поэтому окончательный результат можно сказать через 10 дней. Но в связи с тем, что не соответствует документам одного из участников, тендер под угрозой, которая не состоится. Дальше закончится процедура этого тендера, так как отклоненный участник имеет право подачи на обжалование. Там будет объявлен, повторно будет объявлен тендер. Конкретно по данному объекту, это вот новощитной ряд, будет восстановлена сама инфраструктура, дорожная инфраструктура, под нее подразумевает восстановление трамвайного полотна и также замена всех инженерных коммуникаций. По планам проведения работ ориентируется год. Ну, конечно, все может нести свои коррективы. Может, какие-то дополнительные работы нести, которые это историческая часть города, как мы не хотим. Погодные условия может нести. Но будет планироваться, что по частичному завершению, может, даже запустят и пешеходное движение быстрым темпом, трамвайное движение. И в последнюю очередь будет запущено автотранспорт.